А что такое пузырь? Это еда. Вы ели? Да. Ели, конечно. Мне кроме мяса нравится. А какой самый главный пузырь? Это... Бузы. Пельмени. Пельмени, бузы. Это одно и то же почти. Пельмени. Только бузы, они больше. Пельмени. А как они лепятся? Вот берешь тесто и туда засовываешь мясо. И потом вот так вот что-то. Когда ты будешь кусать, все будет на лицо выливаться. Наверное. Я вот так вот. Или на футболку. Если на футболку. Платье. А я бы хотела бузу с мармеладом. И бузу с шоколадом. А я бы еще хотел бузу с яблоком. Я примерно 10. Я так же. Не, я максимум могу 3 съесть или 2. Это мой максимум. Я 10? А у меня максимум 10. А так, у меня максимум 10. 100. Или где-то 500. Моя сестренка может съесть 5 пельменей и одну позинку. Мама 2. Папа у меня может съесть целых 4, где-то 3 только. Я люблю пузыри. Я люблю бузы. Я люблю бузы! Мяу-мяу-мяу. В бузах главное это мясо.